Всем привет, чуваки, с вами PandaFX, и сегодня я хочу посоветовать вам магазин футбольной атрибутики. Там вы можете приобрести экипировку своего любимого клуба или же сборной. Также для подписчиков моего канала действует промокод PFX на скидку 7%. Ссылочка на магазин будет в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами PandaFX, и мы продолжаем наш скоростной проект Need for Speed. В прошлом выпуске к нам присоединилось много крутых пацанов. Это Роланда, это Усатый Инвалид, Тотти, Тони. Так что этот выпуск должен быть результативным. И к нам в рубрику приходит новое правило, предложил мне подписчик его. В общем, в группе ВКонтакте я делаю опрос после выпуска. Допустим, например, вот как в прошлом выпуске Баран отлично отстоял и Лука Тони забил 5 мячей. Я делаю выбор между тем, кто становится лучшим игроком выпуска. Собственно, кто становится лучшим игроком выпуска, в итоге получает мотом-карточку. И эта мотом-карточка будет выглядеть вот таким вот образом. Я даю улучшалку Барану на этот выпуск. Собственно, если что-то интересное произойдет в этом выпуске, допустим, там Тони опять 3 мяча отгрузит или круто в опорке отстоит вот этот вот парень, я опять же делаю опрос ВКонтакте, вы голосуете, и на следующий выпуск улучшалка дается кому-то из этих игроков. Я думаю, суть вы поняли. Сегодня у нас будет Баран с улучшалкой, так что пойдемте найдем нашего первого соперника. Итак, нашли мы первого соперника на сегодня. Сыграно с 52, чуваки. Это наш шанс определенно. Мне нужно... Ой-ой, давай, Тони. Тони на кого? Кто это такой? Лекич. Лекич, давай, Лекич, пожалуйста. Корпус ставь, Лекич. Лекич, Лекич. 1-0, друзья. 1-0. Лекич открывает счет. Подача. Подача, Верх-то выигрывает. К счастью, плохо выигрывает Верх, хотя... Нет, еще момент не закончен, угловой нас ждет. Подача еще одна. Здесь выносить надо, Баран руками великолепно играет. Блин, у нас мало того, обычный Баран был читером, то этого, наверное, вообще не пробить. В принципе, Тотти можно пробить вообще, я так думаю. Тотти, удары! Блин, нормально так мяч шел. Мог залететь. Так, Роланда, красавец. Роланда очень-очень прям хорош, серьезно, без шуток. Ох, Тотти что творит. Ох, как Тотти красиво разобрался. Но мяч еще остался у нас. Мяч еще остался у нас. Лоя. Лоя, давай обратно на Тотти. Тотти, Тотти, пожалуйста. Пожалуйста, давай, бей. Демичелис, Демичелис, какого хуя ты сюда прибежал? Тони, Тони, пацаны, Тони. Тони, 2-0. Лука, Тони. Красавец. Ну да, нам тут повезло с соперником. Состав у него, скажем, не очень. Хотя у меня еще хуже все с составом, если так смотреть. Так что то, что он не может Я только хотел начать выебываться, но меня сразу успокоили. 2-1. Баран, Баран, я же ведь тебе карточку улучшал, кидал. Какого хуя? Ой-ой, Давид Сильва. Давид Сильва заброс, но здесь Усатый Инвалид. Так, пацаны, Лука, Тони. Давайте за счет корпуса постараемся просто пробежать. Какой кошмар, Лука Тони бежит. Корпус, корпус, отлично. Лука Тони красавец. Лука Тони не теряет мяч. Ну, Тотти. Удар от Тотти, и Ховард тащит. Лекич, Лекич, подача. Ну, Тони. Тотти. Удар от Тотти, и Ховард тащит. Лекич, Лекич, подача. Ну, Тони. Пожалуйста, замкни. Нет, это был не Тони, тем более. Блин, надо было забивать сейчас. Так, это бегунок какой-то полетел. Депай, пожалуйста, пожалуйста, кто-нибудь. Как же нас легко обходят. И Абумьянг еще тут, блядь, какого хера, тормозите, нет. Ой-ой-ой, какой сейв, кто это был? Кто это сделал, такой невероятный сейв? Охереть. Надо контрить, пацаны. Отличный подкат. Роланда, кажется, это был. Прекращай уже это говно. Прекращай это говно. Отборы. Фух. Так, Тотти. Тотти, еще один удар, блин. Кто-нибудь, ну откройся. Откройся, Лекич, Лекич, Лекич. Да что это, блядь? Лекич. Так, опасно, очень опасно. Роландо. Ну, что это такое? Ну, что это такое? Что все зависло? О, боже, FIFA в своем стиле. Какие-то непонятные лаги, тормоза, блин. Так, Тотти на Тони. Отлично, Тони. Блин, ну я здесь, конечно, не убегу, но я могу сделать вот так вот. И сделать вот так вот! 3-1, Лука Тони, красавчик. Блин, мне нравится его празднование по умолчанию, вот это вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Депай. Ну это просто пиздец, блядь. Это просто ужасно. Депай, пожалуйста.
2-3, заканчивается у нас матч. Даусон обнимается с Тони. Мы меняем четверых игроков и, собственно, пойду искать наших новых игроков в состав. Кстати, Баран с улучшалкой, ну, чуваки, не знаю, он пропустил из двух ударов створ 2 гола. Неужели улучшалка ухудшает скилл Барана, я не знаю. Итак, чуваки, я тут решил немножко схему поменять на 4-2-3-1, и первым от нас уходит Лои. Я вам напоминаю то, что у нас уходят самые медленные и приходят на плюс 1 пейс больше, чем у нас есть. Допустим, сейчас уходит Лои, пейс 33, и к нам приходит игрок с пейсом 43, насколько я знаю. Вот 42 у нас самый быстрый, и приходит 43. Просто некоторые почему-то не понимают, по какой системе я меняю. Надеюсь, теперь будет понятно. Уходит самый медленный, приходит на 1 пейс больше, чем у нас есть в клубе. Поехали. Итак, собственно, Лои от нас уходит. Что он сделал? За 3 игры он дал 1 ассист. Это, в принципе, неплохо. И на замену к нему приходят чуваки. Микель Артета, игрок Арсенала. Я никогда не играл в этой игре. И у него плюс еще будут линки. Надеюсь, то, что этот парень у нас будет тащить. 83 передачи, 74 защита. В принципе, стат у него очень даже неплохие. Вот скорость... Из-за скорости им вообще никто не играет. К великому сожалению, от нас уходит еще усатый инвалид. Он следующий, пейс 34, так что прости, братан, я не хотел. Вместо него к нам приходит еще один легендарный итальянец. Это Андреа Пирло, который совсем недавно перебрался в МЛС. Но в Ultimate Team у него есть информ-карточка из Ювентуса. Именно ей я буду играть. Также от нас уходит Лекич, пейс 35. Он, кстати, очень даже неплохо отыграл. 1 гол. Плюс 2 ассиста за 2 матча, это, я считаю, очень хорошим результатом. И вместо него к нам приходит нигерийский качок Шиту. Защита 66, это, конечно, не круто, но у него есть крутая сила, там 90 с хером, плюс гигантский рост. Также от нас уходит Демичелес, пейс 36, и вместо него к нам приходит еще один легендарный игрок, это Фрэнк Лэмпард. Вот таким вот образом выглядит наша команда, прям команда всех легенд. Пирло, Тотти, Тони... Лэмпард. Найден второй соперник. Happy BR называется команда. И это у нас Думбия, Куадрадо и Марко Ройс. Ну, шансов, откровенно говоря, мало, но я буду стараться. Не знаю, что из этого получится. Так, Пирло, подача. Подача. Пирло. Ужасно, ужасно. И это кто? Это кто-то? Это такой большой центральный защитник наш новый. Ну, удары, откровенно скажем, это не его конек, наверное. Думбия, подача. Нет, 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 нет! Фуф, отскочили. Очень-очень рядом. Там бы и Баран уже не помог. Ой-ой, Тевис, Тевис, пожалуйста, пожалуйста. Ну, пожалуйста, парни, ускоряйтесь. Да твою мать! Фуф. Роланда, снова Роланда, отличный отбор делает. Блин, я не знаю, чуваки, он 2 матча подряд играет просто восхитительно в отборах. Мне кажется, именно он самый явный кандидат на Мотма пока что. Так, вот это, кажется, уже все. Тут я уже ничего поделать не могу, но Баран! Баран снова делает сейв, блядь, ну просто красавец. В упор тащит Баран, я просто в ахерах. Это кто такой? Это не... Вот так вот, здесь я уже ничего не смог поделать. Подача и гол. Твою мать. Ну, кажется, там не стоило. Баран снова делает фантастический сейв, блин. Ой-ой-ой, давай, давай, Лэмпард, Фрэнки Лэмпард, 1-1, красавец, Фрэнки Лэмпард забивает, охереть. Я не знаю, почему у него так фланг пустовал, но, к счастью, я этот момент увидел. Отлично, Фрэнки Лэмпард, легенда Челси забивает, 1-1. Так, Ройс, нет, не пропустить бы сразу, не пропустить бы сразу! Все, первый тайм заканчивается, вот так вот, 2-1. Блять, я не успел даже толком насладиться тем, что у нас ничейка, мы пропускаем. Обидно, обидно. Давай, Тони. Давай, Тони, забегай. Бля, Тони, ну! Пенальти! Получилась подача. Окей, Пирло. Пирло. Подкрутка! Очень слабо. Очень слабо ударил Пирло, к сожалению. Тотти. Тотти. Тотти, великолепно! Тотти, какой гол! Просто красавец! Ебать, Тотти, какой голец он забивает. Просто король. Охереть, я просто в шоке, как он в девятину ебанул. 2-2, какой сумасшедший матч. Просто что творит Тотти, посмотрите. Раз убрал.
Охереть! Вот эта баночка от Тотти! Блин, ну просто красавец. Я просто в шоке, реально. Я просто в шоке, как он так попал. Так, Думбия. Нет, пожалуйста, ну, парень, не будь такой мразью. Нет, 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 баран! К счастью, мимо Тевис ударил. Пирло. Пирло великолепно на Тотти. Тотти. Я не знаю, попытаюсь повторить еще раз этот удар. Блин. Это было бы очень смешно. Два раза так зарядить в один и тот же угол. И соперник берет паузу. Ой-ой, Думбия. Нет, твою мать, Думбия, стой. Думбия, стой, ну это просто жесть. Баран, пожалуйста, вноси. О, господи, баран, спасибо большое. Какой кошмар. Думбия просто, блядь, ну это просто, ну вы сами все видите. Я тут ничего говорить не буду. Так, Думбия с мячом. Вот это очень жарко. Он, смотрите, он будет как мразь сейчас опять бежать. Смотрите, ну это мразь. Толкай, толкай, пожалуйста, Роландо. Ну все, чуваки. Основное время заканчивается, и нас ждет дополнительное время, в котором, скорее всего, я проиграю. Да, силы на исходе. Замечательно. У него вышел старый чучок. Ой-ой, Пирло, Пирло, давай, Пирло. Пирло. Ай-яй-яй, ну добейте кто-нибудь. Кто-нибудь. Твою мать, как мы были рядом, как мы были рядом. Голу. Заброс на Лэмпарда. Лэмпард, пожалуйста. Лэмпард. Лэмпард, ты как? Как, блядь? Ну тут надо было забивать Фрэнки. Фрэнки Лэмпард, когда у нас такой шанс еще будет. Может быть сейчас будет, а может и не будет, не знаю. Пирло. Пирло, вниз. Вниз на Лэмпарда. Лэмпард, пожалуйста. Лэмпард, пожалуйста. Нет, да как так? Свеженький Старидж, который сейчас может решить все, но Роланду не даст. О нет, твою мать, нет, 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 нет. Пожалуйста, держите. Нет, нет, пожалуйста. Ой-ой-ой, Роланду, бля, ну это определенно мотом, чуваки. Ну говорите, что хотите, но он так и башит в этом матче. Нет, парни, пожалуйста. Опять Роланду делает суперский отбор. Он опять бежит за Старидж, твою мать, нет, нет, Старидж. О, господи, блядь, 116-я минута, блядь, просто пиздец, какая паника у меня. Остались считанные секунды до серии пенальти, выносим. Все, чуваки, серия пенальти. Давай влево я прыгну, и ты влево ударь. Пожалуйста, ну почти, почти. Буду бить влево. Вот говна кусок, блядь. Перекладина, отлично. Давай по центру, Так, Старич, давай налево. Ах ты, сука. Ну, Пирло обязан забивать. Просто обязан, ну как так? Ну, блин, ну как он все угадывает, мать твою. Откуда он все знает, блядь, сука. Тотти забивает, но мне кажется, тут уже все. Хотя, если баран отобьет, то, может быть, еще есть надежда. Нет, надежды нет, все. Ну ладно, я сделал все, что мог. Опять же, я дотянул все это дело до пенки, а пенки это лотерея, поэтому... Отчасти я доволен. А с другой стороны, немножко обидно, конечно. Ну ладно. Лучший игрок матча, это у него Сиригу, у меня баран, 7,6 оценка, гол Лэмпарда, Тотти, ассисты Пирло и Артета. Тони, к сожалению, вообще ничего не показал в этих матчах. Итак, чуваки, тройная замена, от нас уходит Абель Гомес, который ничего, к сожалению, не показал нам, Даусон, который играл довольно-таки круто, и Роланды, который действительно играл очень-очень... круто, и вместо этих троих парней выходит у нас Гранквист, Диас и Самба. Вот такая вот тройная замена у нас получается. Все строго по пейсу, 49, 48, 47. И поменяли мы на 37, 38, 39. Как вы понимаете, теперь смысла давать улучшалку Роланда нет, точнее Мотма. Поэтому надо будет кого-то другого поставить. Или Баран, или Тотти, я думаю. Кто-то из этих парней, возможно, или Пирло, или Лэмп. Ладно, в общем, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании, и я где-то через несколько часов после заливки выпуска сделаю опрос, ну и вы, собственно, проголосуйте, и мы узнаем, кто получит модом, собственно, улучшалку на следующий выпуск. А с вами был PandaFX, всем большое спасибо за внимание, я потел, я старался, действительно, матчи были интересны, поэтому... Если вам понравилось, если вы не остались равнодушными, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видосом. И все, у вас будет хорошо. Всем пока.